Настоящая тревога, а лишь проверка работ системы оповещений в 57-й школе. Здесь, как и в других образовательных учреждениях Самары, готовятся к началу нового учебного года. Вопрос пожарной безопасности – один из основных. Сотрудники МЧС знают, на что обратить внимание. Профилактический визит включает в себя профилактическую беседу, в ходе которой мы разъяснили требования пожарной безопасности, провели противопожарный инструктаж, провели учебную эвакуацию на объекте, проверили работоспособность систем оповещения в здании. Представители ведомства проверили наличие планов эвакуации, также рассказали о правилах использования огнетушителей, проконтролировали их исправность. Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо выдернуть предохранительный чеку, нажать спусковой рычаг и через выпускное отверстие направить летучее вещество, то есть в сторону очага пожара. К средствам оповещения при пожаре повышенное внимание. Система должна бесперебойно работать автоматически, без участия сотрудников школы. Как пояснили инспекторы, там, где находятся дети, все имеет значение. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, даже маленькие неисправности могут привести к большим неприятностям. По словам сотрудников учебного заведения, здесь не только следят за техническим обеспечением безопасности детей, но и регулярно проводят тренировки для обработки навыков эвакуации. Схему действия в случае тревоги ученики и учителя должны знать наизусть. Школа содержит 17 эвакуационных выходов. Логистика школы позволяет эвакуировать учащихся при необходимости или в случае учебных пожарных эвакуаций, не смешивая потоки детей начальной школы и учащихся 5-11 классов. Школа к началу 2022-2023 учебного года абсолютно готова. В завершении визита представители МЧС провели инструктаж для персонала по технике безопасности в случае возникновения пожара. По итогам осмотра школа 57 была признана готовой к новому учебному году. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Максим Гусев. События.